хорошая атмосфера, хорошее поле сейчас, на удивление. Вот, так что хорошее настроение, все готовы играть. Интересует не только настроение, но и настрой. Как вообще сборная Люксембурга готова? Да настрой боевой, в принципе, все понимают, все не дети, что две игры надо выиграть. Это для нас шанс поехать на чемпионат мира, так что все будем играть только на победу. Ну а сюрприз какие-то может команда Люксембурга нам преподнести? Если мы только можем принести сюрпризы. Вот. Но нет, если честно, настрой хороший, очень боевой, и настроение в команде очень хорошее. За исключением того, что ребята некоторые, да, травмированы, но я думаю, они восстановятся и помогут нам. Сколько матчей сборной Люксембурга уже смотрели? Смотрел? Не смотрю за ними. Только нашу игру с ними смотрел и все. Со скамейки запасных. Какое впечатление, да, произвело? Не, ну, в принципе, они прибавляют так. От страны карликов, да, то, что где-то другие играют, как вот хорошая команда, и сейчас она выиграла в Северной Ирландии, так что где-то может преподнести, да, они какие-то, не то что сюрпризы, но напряг будет у нас небольшой там. Капелла на тренировке как-то вас готовит к Люксембургу, какие-нибудь, не знаю, да, специальные упражнения, говорит, что можно от них ждать, и там вы должны их Нет, как обычно тренируемся и в любой команде готовимся, просто говорит, чтобы мы не расслаблялись и играли свой футбол. И все. Ну что нужно сделать, чтобы избежать тех сюрпризов, которые свойственны сборной России? Ничего, организованно сыграть и выиграть, и все.